подписывайся на канал. Йоу, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я продолжаю проходить игру Сома. Так, ну что, ребятки, я, значится, я на Тете, на станции Тета, и здесь мне нужно вызволить батиска, вот он, гондола Данбет, с помощью которой я вместе с Кэтрин спущусь в ковчег. Ковчег находится где-то очень-очень глубоко. Так, что, мне нужен ключ, мне надо ключ раздобыть, чтобы найти, ну, пройти к нему, чтобы открыть доступ. Ну и все, погнали, и перед тем, как начнем, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек, берите обязательно булочки, и приятного всем просмотра, а перед этим не забудьте обязательно подписаться. Так, погнали. Да, здесь, конечно, непривычно, что вообще нету никаких ориентиров. Куда идти, что делать? Непривычно и неудобно очень. Так, здесь была комнатка, в которой я пытался, точнее, я зашел, а там оказалось очень страшно. Я оттуда убежал, поэтому я туда не пойду. А найти мне ключ доступа, по-моему, где-то надо здесь внизу. Где-то здесь внизу, вроде бы. Так, ну здесь спуск такой. Если я спущусь, я уже обратно не поднимусь. Блять, ну ладно. Вариантов же нету больше. А, не, я могу подняться, все, ништяк. Ладно. Так, и сохранение прошло. Значит, я правильно иду. Так, туда я не пойду. Там за дверью кто-то есть. О, а здесь вообще тупик. Ну хорошо. Блять. Красная лампочка. Что это? О, здорово. Ядрите плохо, чувак, а? Я тебе могу как-то помочь? Походу нет. Ладно. Это контроль жизненных показателей климата НИУ. Климат пригодный для жизни, давление, так, воздух здоровый, вода экономит, ликвидность отходов отказывает. А, короче, отходы выкинуть не вариант куда-то. А чё за прикол? Почему тут пусто и действия никакого нету? Зачем эту комнату тогда сделали? Если здесь ничего нету. Ладно. Пойду в эту дверь. За этой дверью кто-то тарабанил. Вот тут зелененькое все. Значит, работает. Так, по-моему, тут кто-то есть. Но это не точно. Блять, это опять вот этот вот хмырь, на которого смотреть, что ли, нельзя? Иди туда. Хорошо, что они быстро не бегают. Хорошо, что они вообще не бегают. Угу. О, кажись, это то, что надо.
сетевая ошибка. Невозможно подключиться к серверу. Перезагрузите маршрутизатор. А как это сделать? Кнопочку нажать. А, еще необходимо подтверждение вручную. Ясненько, он сейчас сюда придет, блядь. Что за чудик? Так, надо его чем-то отвлечь. Наверное. Ой, 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 ой. Ага. Блокировка по времени истекает через... И чё? Я все правильно сделал или нет? Почему все замигало? Блять! Блять, он бежит за мной, он все-таки умеет бегать, блять! Блять, 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 я ничего не вижу! Пиздец. Он меня вырубил. Так, ладно, попытка номер два. Блять, он вот он, блять, прям вот здесь, вот. Так, фонарик нахер выключу лучше. Так, сетевая ошибка. Превышение лимита времени. Внимание, необходимо вернуть рубильник в исходное состояние после... А, я понял. Хорошо. Блять, он сюда идет? Нет, он там стоит. Он просто там стоит. Так, все, я сделал. Да отвлекись ты отсюда, блядь! Так, маршрутизатор включен, система работает. Все, ништяк, можно идти отсюда.
Да, все, я правильно иду. Блять, хпшки, конечно, нету, это печально. Так, я дверь закрою. Все. Так, здесь что-нибудь подрубилось, не? Не, здесь ничего не появилось. Так, а в том месте тупик. Хорошо, значит, наверх. Давай, сиди там. Ты мне не интересен вообще. Я ж думал, он двери не сможет открыть. У него там вроде как бы башки не было. Так, башки и руки. Что такое? Что тут происходит? То шипит, то кряхтит. Так, а здесь хилочка есть где-нибудь, не? You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. На, типа она думает, точнее она знает, что все умерли, что ли, или что? Блять, хилки, конечно, нету, это печально. Пойду я пройдусь, хилочку поищу. О, ништяк. То в экране все рябит, вообще ни хрена не видно. А, ни хрена себе. I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Подключаясь к Нью таким образом. Ни хрена себе. Ну ладно. Так, что мне здесь надо? We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. А, систему я перезагрузил. Так, это уровни, карта, персонал, статус станции. Это система работает стабильно. А, я не понимаю, а что я перезагружал? Что делал? Для чего? Что-то не помню. А, может там в комнатах что-то будет? Что-то я подзапамятовал уже. Так, в ту комнату я пока не пойду. Здесь, по-моему, ничего нету. Здесь, да, тупик. Так, эту штуку убираем. Так, а вот здесь вот... Так, давай вставляй найденный чип. А куда? Так, сейчас дверь закрою, чтобы никто не зашел. Так, журнал, календарь, неинтересно. Так, вставить чип. Куда? Вот. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. А, мне надо найти того, кто будет знать код доступа. Так, тип сжатый файл, сканирование примечания. Сказала, что может доставить ковчег. Убил себя во имя непрерывности. Строй, так, сильно разлился, усилил охрану. Проект ковчег приостановлен. Так, беженец со станции Дельта. Объездчик конструкторов сейчас работает на строй Эмейера. Мы так похожи, уверена, в других обстоятельствах мы бы были лучшими друзьями. Очередное, очередное самоубийство во имя непрерывности. Так, это не то тоже. Она помогла мне устранить волновую утечку в шлеме. Это должно
Заметно уменьшить головные боли после сканирования. Страски был бодр и весел, как всегда. Сказал, что поможет. Поможет соорудить ковчег. Но теперь переносить его на станцию Фи. Что? Мне кажется, вот это будет знать. Костер Элис. Она с ковчегом работала. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Из группы охраны Тета. А чё, а тут не написано, кто охранник. Всех подряд жмякать и все. That one won't work either. Look for security people like Кронштадт or Стромайер. А, Кронштадт, это было. Так. Вот этот чел. No, I don't think so. Стромайер recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Я понял. Просто всех подряд нажимать и все. Рано или поздно найду того, кого надо. Okay, try actually reading the info and then pick one. Да что читать? Я читал. Там вообще непонятно, что написано. Типа они там... Ну беженец. Беженец, ты сказал, не будет знать. Ну правильно, зачем? Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Так ты же сказала, что беженец не будет знать. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Среда ничего, модуль. Ладно, запускаем. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Did we just bring the guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Так, ну давай еще раз. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Да, блять, опять что ли? This setup won't work. We need something else. Нужно кое-что еще. Надо среду добавить и модуль какой-нибудь походу, потому что он очкует, что он один, что вокруг ничего нет и он ничего не видит. Так, а где мне это найти-то? Так, журнал, это не то, календарь. Это не то. Так, здесь я все осмотрел. Здесь ничего не было. Здесь все поломанные. Так, мне и чип не нужен. Ни чип не нужен. Мне надо поставить модуль. А как мне туда его поставить? Вон бумажка. Сюда, наверное.
Наверное, сюда. А варианты какие? Варианты только один. Вариант один — это идти в ту страшную комнату, наверное. Так, тут я был. Тут тоже какой-то модуль. Что это такое? А, вот сканы. Среда. Так, передать файл, передать по сети, копировать — нет. Комната сканирования. Выбранная проверка окружающей среды превосходна. Что это такое? Вот, кресло. С креслом пилота дает знакомую остановку. Вот это, наверное. Так, копирование завершено. Все, что ли? Здесь есть какая-нибудь кнопка? Нет. Так, ладно, погнали. Еще раз попробую. Я ж, блядь, сделал модуль. Ну, точнее, я среду добавил. А почему ничего нету? А куда я передал вообще? А, копирование запрещено. Ладно, а это? Так, наполненный стальной бак не нужен. Копирование запрещено. Копирование запрещено. И что мне с ними делать? А как мне разрешить копирование? Очень странно. А если я данные сотру все? Чтоб он... Как его зовут? Ван Брэндон. Там, по-моему, такого не было. Да, здесь такого нет вообще. Я бы его данные просто стер бы и все, чтобы у него памяти не было. Так, ладненько. Получается, еще один вариант. Пойду в ту комнатку страшную, где тут все что-то падало. Хоть и свет есть, и все равно, блядь, страшно. Ладно. Да, я понял. Все, ништяк. Здесь, походу, кто-то есть. Ой. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Поищите комнату Брэндона. Да вот дело бы сама и поискала, блять. Тут как бы страшно очень. Так, а тут что? Тут нет инфы никакой. О, комната. Надин. I wonder what the real Simon. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Блять. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Brandon.
you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Элис Костер? Это кто? Ага. Кир. Так, файлы. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гой и Кри сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немножко задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк. С тех пор, как мы с поверхности перестали присылать запчасти. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Так, дайте дочитать. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Хорошо. Стромейер сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прямо передергивает всего. Стромейер вышел из себя и запретил сканирование для проекта «Ковчег». Будильничек сработал. Так, Стромейер запретил сканирование. Так, понятно. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования, прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что рассказали, что группа Камареби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев. Даже не представляю, чем он там занимается. Короче, нужна вот эта вот... Это семья его. О, фотки какие-то. И чё? Так, Элис. А чё, мне комнату Элис искать или не? Надин. Может, тут что-нибудь интересненькое будет? Кто-то подбухивал. Так, что это такое? Какая-то схема для какого-то приборчика. Ага, доступа нету. Тут еще и не все они откроются, да? Так, ладно, пойду я отсюда. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Плохое предчувствие. Так, а она что, она сможет синтезировать или не? Она сказала, что сможет. А мне что-нибудь для этого надо или не? I think we need to find a better location for Brandon Wong. The vivarium made me think about why it was simply the same room. Vivarium? What are you talking about? I don't like guessing what I did after my scan, but there's a good chance I made a schematic for the scan room. Are you suggesting I check the scan room for schematics of the scan room?
Yes, and feed them into the simulator. That should work. Так я там был. Там все файлы защищены. Их нельзя сканировать. Так, не здесь. Здесь комната сканирования. Так, нахер двери закроем. А, так они еще и все закрылись, ни хрена себе. Не, все не надо закрывать. Ну вот, есть. Копирование запрещено. Так я не могу их копировать. Что за бред? I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. А, о, она автоматически сама добавила. Ну ладно. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What a relief that it wasn't so bad. Alice, what happened to the room? What do you mean? Nothing's changed. Everything is A-okay. Why are you acting like this? I'm normal, like always. Whoever you are, you better get the fuck out of here. It's not what you think. We're the good guys. Well, what the hell is this? What have you done to me? What have you done to Alice? And if she's hurt, I'll fucking end you. Короче, понятно, не прокатывает. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Короче, понятненько. Надо теперь обстановочку нормальную. А файлы я эти передать не могу. Как мне их передать-то? Где мне взять передатчик этот? Нихрена себе, там кровище. Так, ладно, пойду я попробую. По комнатам шариться не вариант. Мне кажется. Потому что я там ничего не найду. А здесь что у нас? Так, здесь тупик. Мне флешечку какую-нибудь просто. И здесь завален тупик, ладно. Так, а может я комнату Элис найду? Или в любой какой-нибудь комнате... комнате смогу найти. Close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Так, что это такое? Дневник. Ага. Imogen. Рид испытывал сегодня эту машину. Видно, что над ней поработал Ниву. Что более важно, машина была собрана достаточно примитивно, будто ее создатель хотел, чтобы Ниву смог ее воссоздать. При активации машина проанализировала комнату и саму Рид. При этом Рид была просканирована и загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Это зрелище шокировало Рид, и симуляцию пришлось прекратить. Меня же напугало то, что... насколько эта машина похожа на мою собственную вирт-капсулу. После изучения той машины, которую испытывала Рит, я назвал ее Вивари. Стало ясно, что Ниус копировала схему моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция Рит. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитает момент...
моментальные образы, собранные не иерографом, а мозговой образ в Вайваре живет и развивается. Он не ограничен тем сдерживанием, которое было получено при сканировании мозга Рид. Образ Рид Вивари, Виваэрии, ее идеальная копия. Да, я смогу спасти человечество, я смогу построить капсулу искусственной реальности, в которой поместятся все жители Патоса 2. Я не поняла до конца, как работает Виварий. Но я могу скопировать технику сканирования Ниву с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. Все оказалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции и могут выдержать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозревая, Ниву уже давно использовала их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, Ниву такое просканировал людей, работавших на креслах пилотов. И взяло их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. А, это значит, Ниву, типа, сам как-то начал людей сканировать самостоятельно, ни хрена себе. После того, как комната... после того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление, они отнеслись к нему очень положительно. Мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу. А потом мы запустили их в космос из космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжит свое существование так. Марк Саранг убил себя после сканирования. Он говорит, что так следует поступать со всем нам. Что это каким-то образом может поможет нам попасть на ковчег по-настоящему. Не уверена, что это сработает. Пошли пересуды, и теперь в его смерти все почему-то винят меня. Строммайер мной недоволен. Надеюсь, все утрясется. Так, Ричард дал мне набор ИИ шаблонов, которые я никогда не видел раньше. Попробовала установить один из них, чтобы у капсульной Кэтрин и ее банды устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулентности заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела там Рид, получилось плохо. Попробую с Рид заново. Рид плохо сочетается с остальными, она слишком реальная. Так, хорошо. Только мне это ничего не дало. Ну как ничего, просто... интересная информация и все. Так, тут флешки нигде нету. О, что за игрушка? Медвежонок. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Какой он мерзкий. И страшный. Так, ну походу здесь ничего интересного нету. Ладно, погнали дальше. Марк Саранг. Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснил, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончанию сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделал это тайно, завернув цианид в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, в этом нет трагедии, ибо я одержал победу, и я советую вам всем сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш, Марк Саранг. Короче, понятненько. Так, Карфаген, Марк Саранг, схем-то это, мистер Саранг, руководство компании, очень рад тому, что вам удалось распространить Ниву по всей станции. Мы полагаем, что вы понимаете, какая уникальная возможность вам выпала, и что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы полностью проанализировать и исследовать эту загадку.
Для этого вам надо обеспечить доктору Йохану Россу возможность управлять Ниу со станции Альфа и изучить его другими словами. Изучать его другими словами, защищать его от персонализации, от персонала станции. В чрезвычайной ситуации вы можете отправить Джулию Даль со станции Омикрон для силового решения проблемы, но постарайтесь по возможности избегать крайних мер. Ниу очень важный и дорогостоящий проект, и мы надеемся на его благоприятное развитие. Так, а там две страни... Там две странички были, подождите. А как листать? Ага, наблюдательный совет, все. Природа идентичности. Кто мы? Что значит быть человеком? Наше тело и окружающая среда, но всего лишь наша тюрьма, понятненько. Так, подожди, закрой. Что это такое? Традиции мусорка, ничего интересного нету. Там кто-то ходит, блять. Мартин Фишер. Ой, хилочка есть. Прикольная штука, что такое? Цветочек замороженный. Но мы все равно все умрем. Я пойду ва-банк. Поставлю на саранга и непрерывность. Котик. Что такое? Что за звук был? А, ну это типа он себя здесь убил. Походу зарезал просто. О. А как открывать запертые? Что делать с ними? Сильная очень комнатка. Зеленую полосочку. Так, ну походу здесь... Тут мячик откуда?
Не понял. Я его здесь не бросал. Так, это выход, там тупик. Здесь ничего нету. Чё-то вообще... Ух ты. Или так и было? Чё-то вообще ни хрена непонятно. Где мне эту симуляцию взять? Может, тут что-то есть? Статус станции, карта, персонал. Бла-бла-бла. Simulating Brandon Wan was a good idea, but we need to change his environment to soften the awakening. Это понятно, что нужно у него обстановку изменить. А как мне это сделать-то, блядь? Лучше подскажи. Так, ладненько, что-то прям тупичок маленький. Ну ладно, на этом моменте я закончу, а продолжу в следующей серии, уже буду думать, что, куда, кого, зачем. А всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, всем пока.